Мир вам, шалом, доброе утро, здравствуйте, в смысле будьте здоровы. Но это очень важно, я приехал когда-то вместе с одним новообращенным человеком сюда в Сакраменто, в одной из они вообще, знаете, как новообращенные, когда они приходят, они еще не знают нашего религиозного сленга, как мы говорим, что у нас принято, не принято. И я ему дал время свидетельствовать, и он вышел и говорит, «Здравствуйте!» и молчание, тишина. Он немножко смутился, но ну, потом свидетельство. После он ко мне подошел и говорит, пастор, а почему они не отвечают? Я сказал, здравствуйте. Я говорю, понимаешь, у нас не принято это как бы мирское слово, здравствуйте. Но у нас говорят, приветствую, мир вам и так далее. Но после, было два служения, первое, утреннее, вечернее. И после первого служения очень много людей вышло, чтобы молиться за исцеление. И на втором служении, вечернем служении, он опять должен был свидетельствовать и вышел, и опять принципиально говорит, «Здравствуйте!» И опять тишина. Он говорит, «Вы понимаете, что такое «здравствуйте»? Я желаю вам здоровья». «Здравствуйте» – это значит «будьте здоровы». Я теперь понимаю, почему утром так много людей вышло за исцелением. Поэтому, здравствуйте, будьте здоровы и духом, и душой, и телом. Очень важная тема сегодня, важнейшая тема и очень сложно уложиться вот в это время, но тем не менее, потому что вообще на эту тему можно говорить, нужно проводить целые семинары, и это становится очень актуальным, особенно в последнее время. Окружающая обстановка, атмосфера в современном обществе, институты брака пытаются всяческим образом устранить и Снижаются стандарты, и даже в христианском мире снижаются стандарты жизни, но Божье Слово остается Божьим Словом, и истина остается истиной. И поэтому мы должны, как церковь, провозглашать эту истину и стоять на этой истине. Но, тем не менее, существует масса проблем, и я не знаю, насколько это правда. Говорят, что статистика в последнее время, во всяком случае, в Америке, в церквях, в христианском мире, я не знаю, может быть, это вообще христианство в общем, но разводов не меньше, чем в этом мире. И это очень трагично, и это очень плачевно. Поэтому я сегодня Хочу говорить о очень ну, таких важных принципах или важном принципе, как разрешаются конфликты. Я это просто назову простым словом примирение. Как происходит примирение? Как должно происходить примирение? Но прежде я хотел бы напомнить, что очень важно то, что является как бы основанием для крепкого брака, для христианского брака. Прежде всего, мы должны помнить всегда, может быть, вы уже об этом слышали и говорили, но это основа основ. Бог рассматривает христианский брак, христианские взаимоотношения между мужем и женой как завет. Кто из вас понимает, что такое завет? Потому что понимание завета не совсем в современном обществе оно доходит до людей, потому что обычно воспринимают слово завет как соглашение или контракт. И сегодня люди вступают в брак, например, очень богатые люди, они заранее пишут контракты, и они там указывают в случае развода, каким образом будет делиться имущество и прочее, прочее, прочее. Это человеческое соглашение. Но Бог смотрит это по-другому, Он смотрит на союз мужчины и женщины как завет. И для того, чтобы понимать это, нужно просто возвратиться или окунуться в Ветхий Завет и понимать, что вот это понимание Завета, не только Завета, с который Бог заключил с человечеством, но Завета, который люди заключали между собой, это идея Божья еще с древних времен, когда-то Бог сказал Аврааму и дал ему обетование о а земле, он дал обетование о наследстве, и в очередной раз он к нему пришел и говорит, «Я твой щит, награда Твоего велика, и Авраам, который уже так долго ждал, и ничего не получилось, он обиженно начал говорить, «Господь, какая награда, о чем ты говоришь? Все ничего не изменяется, не, 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 моя жена не рождает, и вот этот Елизар будет моим наследником». И тогда Господь ему говорил, начал говорить, Опять говорит: вот: посмотри на небо, посмотри на звезды, вот столько будет у тебя потомства. И он говорит: Господи, как ты докажешь, что это будет так? И Господь ему говорит: возьми трехлетнего овна, трехлетнего тельца, овна и так далее, рассеки, напол... то есть возьми. И написано, и он взял, он и начал задавать вопросы, почему Господь это, зачем ты это мне делаешь? Написано, и он взял и рассек. Вы помните эту историю? И прошли между этими половинками животных как бы дым как бы из огня, дым как от огня и пламя. И и и там написано, и так Бог заключил завет, когда Бог ему сказал, возьми трехлетнего, трехлетнего овна и, и этих животных. Авраам понял, Бог заговорил с ним языком Завета, потому что в древние времена люди вступали в Завет, даже когда бракосочетание состоялось, происходил этот обряд. Брали животное, рассекали наполовину. И люди, которые вступали в Завет, это могли быть муж и с женой, или просто даже два человека. Мы читаем об этом, Давид с Енофаном вступили вот в такой завет. Они брали животного, рассекали наполовину, и каждый из них проходил вокруг половинки животного и становились лицом друг к другу посредине и говорили, пусть Бог со мной сделает то же самое, что с этим животным, если я нарушу обещание завета. И они брали верхнюю одежду и обменивались. Это говорит о том, что мы обмениваемся жизнью. Теперь моя жизнь – это твоя жизнь. Я умираю для себя, для того, чтобы жить для, для тебя. И так каждый говорил. Они обменивались поясами, оружием. Теперь он говорит, как бы они этим говорили, что теперь твой враг, он мой враг, враг я жизнь мою отдаю ради тебя и за тебя. И это, это, это таким образом они вступали в завет. И потом они делали надрез часто на ладони, или, или, даже какие-то капли крови брали в бокал и выпивали вместе, они скрепляли это кровью. Слово «завет» на еврите, на еврейском языке это слово «берит». Брит Хадаша, Новый Завет. Брит означает дословно сделать порез, чтобы потекла кровь. То есть Завет – это кровная клятва, которую невозможно нарушить. И если люди нарушали Завет каким-то образом, то близкие должны были их убить. И Бог рассматривает брак как завет, который невозможно нарушить. Когда мы вступаем в брак и даем обещание, сегодня не нужно делать надрезы, но мы даем обещание Богу, для того, когда мы говорим, что я буду верный тебе до смерти, это и этот есть завет, который невозможно нарушить. И Бог очень серьезно к этому относится. В книге Иеремии мы читаем о том, что он говорит, я дам в руки врагов и в руки ищущих души ваших, потому что вы, приступивших к завет мой, не в словах завета, которые они заключили перед лицом моим, рассекши тельца на двое, пройдя между рассеченными частями его, это 34 глава Иеремии, это говорит о том, что люди так вступали, и Бог рассматривает брак, как завет. Откровение об этом, оно приводит нас к Божьему страху. Невозможно. Сегодня люди оправдывают разводы, сегодня люди оправдывают все, что угодно, женится второй и третий раз, потому что, ну, время такое. Брак – это завет, который невозможно разрушить. Что Бог сочетал, то человек, да, не разлучает. Это первое очень важное понимание. Но жизнь есть жизнь, и мы люди разные, вступают в завет два человека, по сути своей два эгоиста которые живут для себя, и они любят друг друга, чтобы другие любили. Но когда мы вступаем в завет, я говорю: я умираю для себя и живу для тебя. Если мы будем только так понимать, то это уже будет решать многие проблемы. Я на самом деле живу для того, чтобы второй половине было лучше, и вторая половина живет таким же образом, и нам обоим хорошо. Обычно мы эгоисты, мы требуем от других любви, но завет предопределяет другое. Я не хочу говорить, время у нас летит, потому что это такой очень глубокий вопрос. Но это первое основание для правильного брака. Важнейшее основание: брак это завет. Скажите, завет. Второе, когда мы говорим о взаимоотношениях, очень важно понимать, что во взаимоотношениях существует, кроме любви еще другие принципы, которые очень важны. Во взаимоотношениях любого типа есть четыре таких важных фактора, которые необходимо устроять. Любовь. Любовь – это, такая, это, это, самое такая сильное это основание наших взаимоотношений, любовь, которая все переносит. Но необходимо также в браке развивать доверие, когда теряется доверие, иногда его невозможно восстановить. Когда одна сторона изменяет, другой стороне невозможно восстановить. И доверие – это самая хрупкая вещь, которую нужно оберегать. Любовь, доверие, уважение или почтение – это самая пренебрегаемая составляющая, особенно в нашей славянской культуре. Мы можем видеть, где там в метро едет человек. Мы могли видеть в очках читает книгу, литературную газету, но кто-то его толкнул, он открывает рот и начинает говорить такие слова и обзывать такими словами только потому, что просто нет уважения и почтения к другому человеку как к личности. И третья важная, важная, то есть четвертая важнейшая часть – это понимание или познание друг друга. Это то, что требует времени. Очень часто люди живут рядом, но не вместе. Очень часто люди даже не знают, кто чем думает, кто чем живет. Иногда после я встречал такие ситуации, как человек говорит: мы сидели за столом, и, 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 и она дает салат и порезала вот этот, как его, лук, болгарский, или как он называется, да? Не лук, а этот, а перец. И же там дает, а он говорит: слушай, я его терпеть не могу. Он говорит, как? А я и не знала. 15 лет жили, она не знала, что он не может терпеть лук. Я, к примеру, говорю. И очень часто конфликты возникают из маленьких вещей. Один вот так выдавливает чубик пасту, а другой вот так. И люди молчат. Но нам нужно говорить. Для того, чтобы было понимание и познание друг друга, нужно общаться друг с другом, нужно говорить с друг с другом. Кстати, такой совет очень важен, особенно молодым людям, которые вступают в брак, или вы будете вступать в брак. Такой практический совет, он работает, очень важно. Может быть, в конце недели, во-первых, нужно уделять время для второй половины. И в конце недели всегда я говорил, говорю, и меня так научили когда-то: садитесь и говорите со своей женой или со своим мужем о том, что вот в течение недели что не понравилось в друг друге. Скажи, в чем я могу измениться, что тебе не нравится. А люди молчат. Из-за того, что они молчат, они не знают. Он говорит, мне не нравится, что ты носки там бросаешь. Особенно, когда молодые еще в начале, у нас есть еще вот эта вот влюбленность, вот эта пылкость. Мы можем делать все для другого любимого, чтобы иметь это в виду, исправлять и больше этого не делать. Простые, практические вещи, но они очень важны. Поэтому вот эти элементы во взаимоотношениях, они очень важны. Любовь, когда мы проявляем заботу, это, это забота о другом человеке. Это, это, любовь любовь действий, являть доброту, являть дружбу, нежность, щедрость, сострадание, прощение, доверие. Это условия, которые мы сознательно как бы ставим себя в зависимость от другого человека. Это выбор, это отношение. Я избираю ему доверять во всем. Но это нужно развивать. Нужно развивать, чтобы человек, другая сторона была уверена в тебе. Должна быть развиваться верность, не допускать никаких таких вещей, что может уязвлять доверие другому человеку. Вот почему многие проповедники говорят: я никогда не остаюсь один на один женщина я никогда не даю повода моей жене говорить с другой женщиной так, чтобы э, она что-то внутри себя, э, ну, начала чувствовать не то. Мы должны это хранить, это очень важно, это очень хрупкая вещь нужно быть честным, чтобы исполнять обещания, верность своему слову и почтение. Почтение, и почему я хочу на этом остановиться, потому что я на самом деле убедился, в нашей славянской культуре не, не очень развито вот это понимание. Почтение в семье, оказывать субугубую честь. Почтение – это когда мы признаем значимость и ценность другого человека. Не имеет значения, что он делает. Вы знаете, Бог почитает каждого человека, каждую личность. Писание говорит, что когда я смотрю на творение твоих рук, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что посещаешь его, написано славою и честью ты увенчал его. Бог почитает каждого человека как личность прежде всего. И мы, как муж и жена, должны воспринимать не то, что мы делаем, как мы себя ведем, а просто как личность прежде всего. Потому что в почтении есть величайшая сила. И почтение открывает величайшую благодать Божью. И вместе с не непочтение оно закрывает Божью благодать и силу. Писание говорит, почитай отца и мать и будете благо и будет долголетие на земле. Я обратил внимание, что самая большая, высокая... А, 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 ну, самое большое количество долгожителей в тех странах, даже не христианских, где есть культура почтения старшим. Будет тебе благо, и будешь долголетием на земле. Расскажу одну историю очень важную, очень интересную. Я был в одном из штатов. Я был в одном из штатов, это было два года назад. И э, это была новая церковь из новообращенных людей, и я там служил, и потом молился почти за каждого человека, наверное, после еще часа два с половиной молился за людей. И после уже осталась пастор, остался и одна из сестра, она такая молитвенница в этой церкви. И они говорят, вот за нас помолитесь, давайте поедем покушаем. Мы поехали, и эта женщина, молитвенница, она рассказала свою историю. Она рассказала свою историю, что произошло с ее семьей. Она вышла замуж, она вышла замуж за человека, который был Геддомовский неверующий, она из верующей семьи, в каком-то там втором, третьем поколении. Вот. И произошло, они переехали сюда, в Америку, произошло такая вещь, что его какие-то камеры где-то в Джиме поймали, что он оказался педофилом. Причем с мальчиком. И я не знаю, каким-то образом он услышал об этом, сел в самолет и удрал. И она рассказывает, что это был какой-то ужас. Первой недели среди ночи полицейские вторгались. Маленькие четверо детей, старшие девочки 12 лет. И все остальные маленькие дети, И она говорит, я, все были в ужасе от этого. Но он удрал, и вот эта девочка 12 лет. 12 лет ⁇ дев... это такой нежный возраст. 12-13 лет, когда у евреев уже девочка принимает батмицу, она уже как бы становится женщиной. В то время, когда взаимоотношения дев... отца к девочке, взаимоотношения девочки с отцом имеет колоссальное значение, которое формирует ее на то, какая она будет жена в будущем, как она будет относиться к мужчинам вообще. Для нее это был страшный шок. И страшное непрощение. Она возненавидела своего отца. Через некоторое время она заболела. Лейкомия. Чтобы быть коротким, время лечит. Она настолько заболела, что у нее было 60, по-моему, 4 химиотерапии. У нее высохли все женские органы внутри. Врачи сказали, даже если каким-то чудом она выживет, она никогда не сможет рожать, у нее все там сожгло, вот эта вся химия. И она уже лежала, у нее уже пролежни были, ее подвешивали над кроватью. А мать, молитвенница такая, она говорит, Господь, я не отпущу ее. Господь, сделай что-нибудь с ней. И вы знаете, даже мало того, вы знаете, кто такая Опра? Это черная э, женщина, которая ведет там шоу. И у нее там есть какой-то фонд, который вот таким умирающим детям, они дают последний шанс перед смертью увидеть мир или что-то сделать доброе. И там есть какой-то как бы лотерея, конкурс. И вот где-то девочка выиграла. Они говорят, мы поехали, полетели на Гавайи, нам дали самолет, пятизвездочную гостиницу на вертолете, летали, э, все там ей показывали, дали там деньги еще с собой, карточку, э, потому что все, она обречена. И этот человек поменял там свою фамилию и решил возвратиться обратно через, пять, через несколько лет, через пару лет. И его в JFK встретили на на, трав, прям на трапа сняли, одели наручники и перевезли в этот город, в тюрьму. И начались вот эти все суды. И, и девочки, и эти мальчики ее привозили на, на, на этой коляске. Нуж, нужно было появляться в суде. Но вот однажды она все-таки решила, она решила, когда, когда мама пришла, она сказала, мама, я не знаю, но у меня я молилась сегодня, Иисус мне сказал, что я должна почитать моего отца таким, как он есть. Я его хочу простить. Представляете, педофил принес такую ран, рану семье. И они, когда ее привезли туда, она с отцом встретилась там, или не знаю, как там они, через окошко. И она сказала, папа, я тебя прощаю. И он ответил вот так, а за что? Это все неправда, знаете, с таким этим сам она говорит: я все равно тебя прощаю. И знаете, что произошло? У нее начался процесс восстановления. И когда я у нее спросила, где она эта девочка, она говорит... Она была сегодня? Да, она была. Я был там в этой церкви через несколько месяцев. И я, когда заходил, меня встречает одна девушка с такими длинными волосами. Приветствует, улыбается. Я потом подошел к пастору и сразу говорю, а где вот эта девочка? Она говорит, а да вот она встречала тебя. Абсолютно, совершенно здоровая. Все то, что врачи предрекали вот это женские органы, все полностью, абсолютно восстановилось. Одно решение, почтение и прощение даже того, кто недостоин. Дайте Господу славу, дадим Он, великий Господь. Поэтому, когда мы говорим о браке, что главное, чтобы любовь этого недостаточно, необходимо вот эти четыре компонента. Любовь, доверие, почтение друг к другу, относиться друг к другу как личности, никогда не позволять оскорбительные слова. И вот это вот понимание. Хорошо, хорошо, будем двигаться дальше. Вы знаете, если мы говорим о конфликтах, необходимо понимать, как конфликты вообще решаются. Мы часто говорим о примирении, мы часто говорим об этом, но мы пытаемся решить конкретные проблемы, и процесса, часто в процессе этого создаем новое, и все только усугубляется и становится хуже. И заканчивается тем, что мы начинаем обвинять, друг друга стрелять, друг друга словами. И тогда, хотя целью было примирение. И мы часто задаем вопрос, почему это не происходит. Основная причина, наверное, в том, потому что мы думаем, что знаем, как это сделать. Ведь мы этого же очень сильно хотим. Но только Библия называет настоящую причину этого противоречия между тем, что мы хотим делать и что у нас получается. Получается, как всегда, как говорят. Это то отчуждение, которое пришло после грехопадения. У нас есть вот это отчуждение. Это в нашей природе. Это, это один из главных э, э, последствий падшей природы. Адам убежал от Бога. Они были вместе с Богом. Но произошло отделение, разделение. Это в нашей сущности. И поэтому примирение это совершенно чуждо нам и полностью зависит от Божьей благодати. Поссориться мы можем очень легко, развалить взаимоотношения очень просто, строить их так трудно, так трудно соединяться вместе. И нам нужно понимать принцип, я хочу говорить о принципе, о днем важнейшем принципе, как примиряются. Поэтому нам нужно сначала посмотреть, как это делает Господь. Вы знаете, мало того, что Бог примирил нас с собой, Он дал величайшую ответственность нам как христианам нести служение примирения. Писание говорит, Бог примирил нас с собой через Христа и дал нам служение примирения нету другого. Сегодня мы говорим о том, что каким образом возможны, возможно примирение, скажем, на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Каждый американский президент, который приходит и хочет прославиться, пытается дать свое решение, свой совет, как это сделать. Но я был на конференциях в Нью-Йорке, где, где собирались вместе и проповедовали мессианские евреи. И один, я не буду называть его имя, он живет здесь в Америке, бывший хамасовец, террорист, которого готовили, чтобы взорвать бомбу в Иерусалиме, который сегодня проповедует Иисуса Христа и который стал произраильским вместе с мессианскими евреями, бывший настолько сильными врагами, они стали вместе. Что это может сделать? Это только может сделать крест Иисуса Христа. Нет другого решения. Никто в мире не может по-настоящему примирить. Поэтому мы должны понимать, каким образом. В Ефесянам 2 главе написано, что Иисус разделил стоящую между преграду, между язычниками и иудеями. И в себе самом создал одного нового человека, что раньше было невозможно – Любой иудей, фарисей во времена Иисуса, когда язычник шел навстречу, он переходил на другую сторону улицу. Расовая дискриминация, расовое противостояние, отчуждение. Но единственное, это крест Иисуса Христа. Это самое эффективное средство для любого примирения. Не только в взаимоотношениях между Богом и человеком, но и в любого рода взаимоотношениях между людьми. Это единственный источник Божьего примирения. Что такое примирение? Это, ну, восстановление э, согласия и гармонии между сторонами, когда уже даже вот так все разорвано, когда уже, казалось бы, нет надежды, или улаживание спора, или несогласия между сторонами. Давайте мы посмотрим сначала очень быстренько, как это работает по отношению к Богу. В Новом Завете слово «примирение» э, – это то, что в результате жизни и смерти Иисуса Христа изменила взаимоотношения между Богом и человеком, и изменила их отношение друг к другу. Или по-другому это восстановление праведности, или в смысле быть правым перед Богом. Значит быть правым с Богом во взаимоотношениях вот этого согласия и гармонии. И примирение включает изменение отношения друг к другу. Так же, как и в семье, когда мы говорим о примирении, это значит, теперь у них отношение от ненависти изменяется в другую сторону. Я видел таких людей, у нас были, были такие случаи, когда примирялись между собой сестры, родные, и там говорили, давайте, давайте, просите прощения. И одна говорит, я тебе прощаю, Мария, але до меня больше не приходь. Это не есть примирение. И нужно изменение отношений, если мы примиряемся на самом деле и просим прощения. И отношение Бога к нам изменилось крестом Иисуса Христа. Божье, Божье отношение к нам изменилось от гнева на, 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 до благословения. Наше отношение от бунта и враждебности до сыновства. Чувство Бога к, нам, к человеку не изменялось никогда. Чувство Бога к падшему человеку всегда было его неизменная любовь. Но Божьим отношение к греху всегда было его святой гнев. Грех ⁇ это преступление, на которое Бог не мог закрыть глаза. И поэтому каждое примирение требует искупления. То есть это покрытие греха чем-то, что отнимает у него силу. И это кровь Иисуса Христа. Иисус пролил свою кровь за нас. Но для этого, для того, чтобы это работало в нашей жизни, необходимо осудить грех. Каким образом? Ну, другими словами, это то, что мы называем покаяться сказать, я грешник, я поступал неправильно. И только тогда, когда грех осужден, его разрушительная сила, она не, не, больше не имеет влияния. И его просто, поэтому нужно признать грех грехом, нужно назвать его своим именем, покаяться, отвергнуть его. Но человек в своем сердце вообще является врагом Богу. Я говорю сегодня о том, как примиряется человек с Богом. Потому что мы проведем параллель между тем, как Бог примиряет нас с собой, и как примиряются люди во взаимоотношениях. И это очень близко и похоже. И поэтому э, примирение требует воплощения, чтобы вот эта пропасть, которая между людьми и Богом, чтобы проложить этот мост, Богу нужно твердую почву на стороне человека, но человек по своей природе, нет в нем ничего доброго, что не могло, что, на, на чем мог бы Бог опереться, поэтому Иисус стал человеком, Иисус стал заместителем вместо нас, и через него мы имеем вот это, вот эти отношения с Богом, а, прощение, и Иисус, когда умирал, он взял на себя вот эту нашу бунтарскую природу, там, в Гефсиманском саду, он вобрал в себя, всю нашу бунтарскую природу. Вспомните вот этот момент, капли крови. Трижды он просил и говорил, да не будет моя воля, но твоя, Господь, да будет. Знаете, что это происходило? Писание говорит, что он взял на себя грехи наши, но там он взял на себя нашу бунтарскую природу. Он, он взял, вобрал в себя и смирял ее. Это было самое трудное, потому что это самый главный грех человечества этот наш эгоизм, и это самая большая проблема между взаимоотношениями, между мужем и женой. Каждый, все совратились, каждый пошел на свою дорогу, каждый выбирает, я прав, я прав. Но Господь уже все сделал, чтобы нашу гордыню и наше бунтарство покорить. Да не будет моя воля, но твоя воля да будет. Аллилуйя, это очень важно понимать. И когда люди говорят, я не могу смириться, я не могу просить, мы можем, потому что Иисус это уже сделал 2000 лет назад в Гесеманском саду, покорил нашу непокорную волю, воле Отца Небесного. Аллилуйя. И поэтому потом, когда мы это все делаем, когда мы каемся, когда мы отрекаемся, когда мы происходит примирение, и Бог посылает нам Духа Святого, которым, он, которым наши сердца, который вопьет Ава Отчем, мы становимся Его детьми. Пока наши сердца не научатся этому же крику, на самом деле кричать Ава Отче. Хорошо, но это относится в отношении, это в отношении Бога и человечества. Как же это может относиться к браку? Колоссянам первая глава, я хотел бы, чтобы вы открыли вместе со мной. Колоссянам первая глава 16 стиха написано очень важные а, а, принципы. И здесь написано а, о том, что 16 стих, ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое престола ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И 20 стих. И чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью Христа его и земное, и небесное. Здесь написано, все было сотворено через Христа. Здесь написано, все им стоит. И написано, все примирено через кровь Христа. Все. Все. Если мы хотим примирения и разрешения конфликта, мы можем делать это только Божьим путем, через крест Иисуса Христа. Что это значит? Мы должны понять это, потому что мы делаем это нашим человеческим путем. Крест – это божественное вмешательство во все споры. И если мы идем таким путем, то вот эти все четыре фактора, которые могут быть в той или иной мере нарушены – Через крест Иисуса Христа изливается любовь Духа Святого и пробуждается любовь. В кресте есть запах любви, который может возродить человеческую любовь, даже если она уже умерла, если мы будем идти путем креста в примирении. Может быть восстановлено доверие. В кресте есть достаточно силы, чтобы сделать возможным доверять тем, кто потерпел крушение, чтобы надежный, ненадежный стал надежным, и незаслуживающий доверия стал верным. Есть сила в кресте Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел говорит, мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Мы проповедуем это благовестие, потому что есть сила Божья к спасению к спасению разрушающихся взаимоотношений есть сила только в кресте Иисуса Христа. Это теория, я чуть позже скажу о практических вещах, как это воплощать в жизни. Это очень важно. И поэтому возможно и восстанавливать доверие. Петр и ученики доказали это. Те, которые отвергли, но доверяющий Иисус снова и снова доверяет им проповедь Евангелия. Аллилуйя. Все было восстановлено правильным образом. Уважение или почтение, которое разрушено, но может быть восстановлено через крест. Только через крест я могу почитать того, которому потерялось уважение, потому что я не понимал его или я ее на самом, или ее на самом деле. И крест приносит понимание. У креста есть потенциал дать нам возможность начать понимать друг друга. Хорошо. Перейдем вот к практическим вещам. Как примиряет Бог? Каким образом мы можем примириться посредством креста Иисуса Христа? В данном случае это относится к браку. Обычно мы пытаемся решить наши проблемы. Обычным нашим путем, и этот метод прост для понимания. Первое, нужно обнаружить проблему. Когда мы обнаруживаем проблему, нужно выработать возможные решения. Из возможных решений мы выбираем лучшее. И потом применяем это решение и примирение. Единственная трудность состоит в том, что это не работает. Проблемы взаимоотношений очень часто сложны и запутаны, что почти невозможно их распутать, чтобы добраться до объективной правды. Знаете, я всю жизнь уже 30 лет пастор. Я служу все время с людьми из мира. Еще начиная из Эстонии, все люди из мира. Вы знаете, вот бывает, говорят, любовные треугольники. Ну, просто расскажу вот такой маленький, маленький пример. Приходят люди, у нас пришла целая такая волна артистов и танцоров русских, которые приехали, профессиональных, в клубах танцевали, в гей-клубах. И вот пришли в церковь живут втроем. Она от него родила, но она его не любит, а он ее любит. Третий – это гомосексуалист, русский парень, с ними живет. Она его любит, но он гомосексуалист. Но она вместе с тем живет со своим руководителем их ансамбля. А его жена живет с молодым парнем. И вот эта вся группа приходит в церковь. И Господь их касается настолько. Я помню, на данном служении я не, вообще не понимал, я не знаю, как вы верите в эти духовные вещи, они пришли, это второй или третий раз, и Дух Божий, как сошел, и как начало крутить на этих сидениях, выворачивать, они увидели эту реальную Божью силу, насколько они демонизированы вот этим всем клубком. И вот представьте, как разбираться с этими вещами. Настолько все запутано, и проблема в том, что когда мы начинаем разбираться с проблемой, искать проблему, в процессе решения проблемы добавляется еще большее напряжение. И так уже в эти стрессовые взаимоотношения, потому что если даже докопаемся до чего-то, сторона, которая получила доказательство своей правоты, она теперь оправдана в своем ожесточении, и она еще больше разжигается от несправедливости, которая была допущена, а другая сторона, она обозляется, она разрена и так далее, и это усугубляется больше и больше. Когда начинаешь беседовать с каждым, с мужем и женой, каждый по-своему прав, и послушаешь одного, один прав, послушаешь другого, другой прав, но когда вместе начинают разбираться, с этим никогда невозможно. Разбирался с одней, а одними, она говорит, а вот ты почему ты так поступаешь? А потом, а ты семь лет назад вот мне сказал то, да я не говорил такого. Он уже, может, и забыл, что он говорил. Понимаете, и это бесконечный замкнутый круг. Но Бог не примиряется таким образом с нами. Когда мы приходим к Богу, Он не говорит, в твоей жизни такая большая проблема, сначала с ней разберись. Без этого мы даже не можем думать о примирении. Бог так не поступает. Кому Бог так сказал, когда вы приходили к Богу? Никому. Первый важнейший принцип. Примеряются люди, а не проблемы. Можете себе записать. Примеряются люди как личности, прежде всего, а не проблемы. Потому что Бог находит меня как личность. Это его метод от самого начала. Он принимает меня прежде всего как личность. И он это делал всегда. Когда Бог приходит искать Адама в Едеме, его первые вопли не то, что ты сделал. Он сказал, где ты? Он отнесся к нему как к личности. Хотя Бог прекрасно знал, что он сделал. Поэтому... Мы не можем примирить проблемы, мы можем только примирить людей. Поэтому мы теряем друг друга больше и больше в, в, в этом разборе вот этих проблем, которые мы сами себе создаем. Примирение Божьим путем означает, что мы должны прежде всего найти друг друга как личности. Снова, может быть, даже впервые. Мы никогда не найдем друг друга, не, 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 не пойдем навстречу друг другу через лабиринт вот этих всех проблем. Поэтому это очень важный принцип. Мы должны сознательно, если люди хотят примиряться, если они на самом деле хотят примиряться, необходимо совершенно сознательно отложить все наши разногласия и отличия, положить их в долгий ящик и не обращать на них внимания пока. И сначала примириться друг с другом. Отложить все наши вопросы, все наши проблемы, все наши права, все наши эти защитные комплексы всякие, наши позиции, наши предположения, даже те принципы, которые мы, кажется, отстаиваем. Я прав, а ты в этом не прав. Сначала примирение. Вы можете сказать, а как же насчет проблем? Мы не можем не обращать на них внимания и надеяться, что они уйдут. Но когда мы посмотрим на Бога, Бог с нами постоянный и долготерпеливый по отношению и снисходительный в деле решения наших проблем. Но Он делает так только после того, как мы примирены с Ним. Понимаете мою мысль или нет? Это очень важная мысль. Он делает это того, после как мы примиряемся с Ним, а не до того. Решение проблемы в браке является одним из результатов примирения в начале, а не средством для примирения. Понимаете нашу ошибку? Кто понимает меня, о чем я говорю? Сначала нужно примириться с друг с другом, как с личностью. Дальше нам нужна благодать в этом. Бог примиряет нас на основании благодати. Иногда мы берем букву закона. В церкви два брата между собой поссорились. Один говорит, я поступлю по слову. Матфея 18 глава. Пришел к брату, сказал ему, если он, он не послушал, взял двух-трех свидетелей, не послушал, скажи об этом церкви, и получился в конечном итоге кошмар. Вроде бы как бы по слову. Но вы понимаете, это не по благодати, по закону, по букве, когда человек внутри себя, он уже предполагает какие-то условия. Если я говорю, я прошел полпути, теперь ты пройди полпути, я вот это сделал, теперь ты это сделай, это не благодать, это закон. Если я говорю, я сделал свою часть, ты делай свою часть. Это не благодать, это дела. Благодать в человеческих взаимоотношениях, это просто делать добро друг другу без всяких задних мыслей. Я пришел к тебе примириться, мы, давайте мы будем примиряться без всяких задних мыслей и условий. Это благодать. И на этом основании Божий план примирения, он работает. И далее, когда, Бог, когда мы примиряемся с Богом, мы, он, Бог нас принимает во взаимоотношения, вне зависимости от того, кто мы есть. Я не знаю, может быть, вот здесь большинство людей, которые пришли из, ну, из верующих семей, но когда люди, которые приходят с мира, они это прекрасно понимают какой багаж у них за спиной, какое у них еще наследие внутри греховное и какое, какие проблемы. Вы не можете себе представить, с какими проблемами люди приходят, но когда они приходят на основании креста, каются, просят прощения, Бог их прощает и принимает их во взаимоотношения. Люди в браке не разговаривают месяцами между собой. Поэтому первое, что необходимо, если мы хотим примириться, давайте мы отложим в сторону все. Потому что мы вступили в завет, это клятва перед Богом, мы преступники завета. Нам нужно восстановиться на правильное основание. Восстановить это, то, что мы давали перед Богом обещание. И Божья благодать обязательно придет, если мы будем делать таким образом, как Писание говорит, через крест Иисуса Христа. Поэтому сначала необходимо понять, как это делать. И второе, начинать делать это. Первое, нужно взять инициативу в свои руки. Писание говорит, если брат твой согрешает против тебя, пойди. Неважно ты муж или жена. Первый, кто осознает, нужно прийти и взять инициативу в свои руки. Я хочу примириться. Вы знаете, я вспоминаю такую историю. У нас была одна женщина, которая пришла. Я помню у нее было настолько глубокое раное такое наследие из прошлого. Она сидела вот так вот во втором ряду. Я видела, она первый раз пришла, потом второй раз пришла. Третий раз, когда она пришла, я проповедовал о Божьей любви, любви Отца, что если мы не исполнимся, то есть мы, если не познаем превосходящее разумение любовь Божию, то мы не можем исполниться всей полнотой Божью. И когда смотрел на нее, ее все трясло, и я вызвал людей вперед и говорил, что у вас может быть взаимоотношения с вашими отцами было неправильно, поэтому может быть вы не можете воспринять Бога как отца. И она вышла, вышла вперед, хотя она Господа еще не принимала тогда. И когда я начал молиться за людей, я когда подошел к ней, с ней уже начинало происходить страшные вещи. Она, она вся тряслась, волосы в разные стороны. И, и когда я подошел к ней, и она начала орать, кричать, я, дум, ну, я, я, я так понял, что это бес, и я начал молиться. И как будто Дух Святой мне закрыл рот и говорит, замолчи, успокой ее и поговори с ней. Я с ней начал разговаривать после служения. И она говорит, я не знаю почему, но я почему-то вам... Могу довериться. И говорит, когда я слышу слово Отец, меня все передергивает. Я не могу слышать это слово, даже Бог Отец. Как раз ей было 12 лет. Ее собственный отец изнасиловал ее сексуально. Мама у нее русская, отец Узбек, такая красивая, с черными большими глазами женщина. И она говорит, я, 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 я просто возненавидела, я даже 14 лет, закончила 8 классом, уехала с дома, больше никогда не видела, не хочу видеть и слышать. Всякий раз вспоминая об Отце, у меня внутри все, все шумается. Я ей сказал, вам нужно первое, что сделать, принять Иисуса, покаяться, я согласна, я третий раз уже. Я...» и она приняла Господа, она покаялась, как бы в общем в своих грехах. И я ей сказал, вот такие слова: я говорю, вам нужно принять решение, простить своего отца. Была реакция, была не, неадекватная, дословно. Она говорит, ты что, дурак, что ли? Не понимаешь? Я говорю, наверное, я не понимаю. Потому что то, что ты пережила, вы понимаете, представляете, инцест, вот исковерканы все, именно вот этот возраст, не дьявол как делает, именно вот этот возраст, когда формируется девочка, все там изломано, боль, демоническое это, проклятие. Ненависть. Она говорит, мало того, у меня с мужем у него вообще непонятные страшные взаимоотношения. Говорит, когда он ко мне прикасается, буквально вот физически, он говорит, у него вот сжимаются пальцы, я его готова разорвать. Две дочери растут. Говорит, уже с мужем давно нет взаимоотношений. Дьявол подсунул любовник, который с ней живет. И она говорит, я с ней нахожу удовольствие. И когда я сказал и объяснил, почему тебе нужно простить, я с ней, может быть, год, часа два общался. И она согласилась. Чтобы быть коротким, мы молились, я молился вместе с ней, это было, как говорят, драматическое освобождение, ее рвало, ее кидало ее и так далее. И она потом в следующем служении стояла перед людьми, она говорила, я боялась даже вспомнить об этом. Всегда, когда приходила на память, я это отбрасывала. И она стояла перед людьми вот так и говорила, представляете, вот со мной было такое. Отец мой износил у меня. Но говорит, я вам сейчас говорю так, как будто это со мной не происходило. Полное исцеление и освобождение. Но проблемы с мужем остались. Я говорю, тебе нужно принять решение, и не хочешь примиряться? Да, я хочу, но я не могу, это невозможно. Я физически его не переношу. Возможно, через крест Иисуса Христа. Аллилуйя. Тебе нужно принять решение. Тебе нужно принять решение отложить в это свою ненависть. вот это все, это не твое дело, это проблема, и казалось неразрешимой, но тебе нужно отложить. Есть сила Божья, которая это изменит, и благодать, если ты начнешь поступать по Писанию. И с ней были эти процессы. Я помню однажды стук в дверь, она приходит ко мне домой. Я открываю дверь, и она стоит. Тогда телефонов еще не было, селффонов не было, не было неожиданно. Я собирался в магазин идти, и она стоит и говорит: "Я хочу поговорить". Губы дрожат. Я говорю: "Хорошо, рассказывай". И она открывает рот и начинает рыдать. Рыдает, рыдает, я ее не могу успокоить, я говорю, хорошо, хорошо, успокойся, я говорю, давай успокоилась, все, успокоилась, да, рассказывай. Она опять рыдает, я говорю, я в магазин схожу, ты успокойся и и, и потом поговорим. И вот она реши, сделала решение. Вы знаете, наша жизнь зависит от решения. Если мы делаем решение поступать по Писанию, неважно, что за этим стоит и какие проблемы, если мы поступаем по Божьему слову сила Божья высвобождается в нашу жизнь. Аллилуйя. И когда я пришел, она говорит, хорошо, я согласна. И начала плакать. Согласна. Что согласна? Я согласна. Я все оставляю своих любовников, своего любовника. Я согласна. Я согласна идти Божьим путем, чтобы пришло восстановление, чтобы сделать коротким это все. Через несколько месяцев у них были такие взаимоотношения. Они говорят, как будто первая любовь возвратилась, как будто мы только влюбились. Мы хотим еще, а им было уже 40 с чем-то лет, мы хотим еще ребеночка иметь. Божья благодать, которая высвобождается тогда, когда мы поступаем и примиряемся по Божьему Слову. И невозможное становится возможным. И даже умершая любовь может быть восстановлена. Даже разбитое доверие, оно может быть восстановлено силой креста Иисуса Христа. Нужно принять на себя решение. Принять решение, взять на себя инициативу. Позволить обиде уйти. И это дело нашей воли. Обида – это не вопрос эмоций. Я принимаю решение прощать, потому что Бог меня простил потому что Бог меня принял. Я прощаю, я принимаю опять же решение. И дальше, после этого нужно необходимо искреннее покаяние. Вы знаете, во взаимоотношениях двух людей никогда не будет 100% виноватой одной или второй стороны. Я всегда говорю людям, принимай решение за свои неправильные поступки. Пусть это будет твои 5%. Господь, прости меня за то, что я то-то, то-то, то-то и то-то и то-то неправильно делал. Аминь без всяких условий по отношению к другому. И потом необходимо уже найти друг друга как личности. Я всегда, когда советую, и это работает, сто процентов работает, когда люди приходят муж с женой. И начинают, я говорю, стоп, 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 не надо проблемы. Я им объясняю этот принцип. Сначала приними, готовы принять друг друга как личности, готовы простираться друг к друг другу, готовы принять решение идти Божьим путем, готовы отложить проблемы сначала, а просто принять друг друга как личности. И когда они готовы, это всегда работает. Осознанно отложить проблемы, вопросы и так далее, всякие будущие требования. И просто разбираться не с поведением человека, а принять человека как такового. Потому что этот человек, которого Бог дал тебе, ты с ним в завете. Бог ненавидит нарушающих завет. И потом, когда мы снисходим друг друга в этом смысле, вы знаете, происходит покаяние и смирение. Видел множество, не могу перечислять все. Когда прямо там в кабинете люди начинали плакать друг другу, обнимать друг друга, Божья благодать сходит. Они говорят, что мы творили все это время. И через некоторое время обязательно приходит разрешение проблем через крест мы принимаем друг друга в новые взаимоотношения. И даже если будут говорить, давай мы пока отложим, давай мы будем настраивать сейчас вот эти отношения друг, может быть, совершенно по-новому. И тогда происходит следующий шаг веры в решении проблем. Начинает молиться уже не на основании того, что я прав или не прав, Господь, вот наша проблема, помоги нам. Это такой же шаг веры, как мы принимаем спасение. Часто люди вообще не понимают, что происходит, но они делают шаг в веры и принимают спасение в свою жизнь. Примирение – это тоже спасение наших взаимоотношений. Только таким образом приходит Божья благодать. Божья благодать не может прийти никаким другим образом, только через Слово, через Крест Иисуса Христа. А Крест – это смирение. Знаете, что такое Крест? Часто мы говорим 55 секунд. Часто мы говорим: вот мой Крест, пьяный валяется на кровати. Крест – это не человек, который Бог тебе дал. Крест – это там, где пересекается моя воля и твоя. Где есть Божья воля, и там, где есть моя воля. И я говорю, не моя воля, но твоя воля, Господь, да будет. Тогда приходит Божья благодать в решении любого конфликта. Давайте мы встанем. Отец, мы поднимаем наши руки к Тебе в это утро. Благословенный Господь, Бог наш. Я молюсь, Господь, сегодня вместе с моими братьями и сестрами. И я благодарю Тебя, Господь, за ту безмерную величие славы Твоей, ту благодать и силу Твоего Духа Святого и могущество Твоей силы, которая приходит через крест Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь, я молюсь сегодня, может быть, за тех, которые здесь или которые будут слышать, Господь, у тех, которых казалась безвыходная ситуация. Господь, дай сегодня дух откровения по знанию Тебя, Господь. Дай сегодня понимание, Господь. Нет ничего для Тебя невозможного, но Ты делаешь это своим божественным путем, Господь. Примирение да придет, Господь, в каждую судьбу. Во имя Иисуса Христа мы выступаем против всякой лжи дьявола. Во имя Иисуса. Всякой лжи Жить дьявола и все, что дьявол настроил, и то, то, что приходит в разум людей, что невозможно с тобою все возможно через слово Твое, через силу Твою, Господь, благодать Твою, Господь. Аллилуйя, Господь. Там, где уже казалось умерло все, Господь. Там, где уже где пришла смерть во взаимоотношения. Дыхни своим дыханием жизни, Господь. Пусть надежда от Тебя придет, пусть вера придет, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Там, где потеряно доверие, Господь. Там, где Господь, там, где это уже, она уже разломалось, казалось невозможно, Господь. Твоей благодати более чем достаточно. Спасибо тебе, Господь. Мы сегодня принимаем Твою истину, Господь. Мы провозглашаем Твою истину, Господь. Мы верим, Господь. Ты и сказал, это Твое Слово в последнее время. Ты, Господь, представишь себе церковь, которая будет полна Твоей славы. Она будет чистая, без пятна и порога. Мы хотим быть частью этой церкви. Господь, прости нам. Прости нам, Господь, за наш эгоизм. Прости, Господь, за это вольное или невольное нарушение завета, Господь. Возврати нас на это основание. Дай нам откровение, дай нам понимание. И мы принимаем решение, Господь, идти Твоим путем. И доверяясь Твоей благодати, мы будем принимать Твою силу для восстановления, Господь, наших взаимоотношений во имя Господа Иисуса Христа. И все Божьи дети доскажут. Аминь.